Добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Озимок. Сегодня будем разбирать узор. Мне прислали вот такую схемку, попросили разобраться. Схема достаточно смотрится сложно, а когда начинаешь вязать, вяжется очень интересно. Поэтому предлагаю посмотреть, попробовать и связать вот такой интересный узорчик. Такой вот мне прислали схему и попросили разобрать узор. Узор достаточно интересный. Попытаемся сегодня по этой схеме разобраться, связать и посмотреть сам узорчик. Для начала я набрала 50 воздушных петель. И смотрим по схеме. У нас нарисовано 1, 2, 3, 4, 5. В шестую воздушную петельку мы вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. В шестую вяжем столбик, полустолбик. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. В шестую вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре. И получается весь ряд у нас вот такие арочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. В пятую. В общем, начинаем мы. Раз, два, три, четыре, пять. В шестую столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Внизу пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом, да, мы провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. А по центру нам наша задача провязать раз, два, три, четыре воздушные арочки. И закрепляемся в пятый столбик. Узор основной по 6, а по центру по 5. Я провязала начальную цепочку. Вот здесь вот закончила вязание. Вот этот хвостик мы не смотрим. И набрала еще 10 воздушных петель. 10 воздушных петель. Поворачиваем вязание. Это уже у нас идет второй ряд. Поворачиваем вязание. И вот наш первый столбик. Вот он, смотрите, что я сейчас сделала. Провязала до конца. Набрала воздушные петельки. Вот они. И в этот столбик, вот сюда, я присоединяюсь и начинаю вязать вот такой узор. Угу. Еще разочек. Столбик без накида присоединилась. Провязываю раз, два, две воздушные петельки, разворачиваю вязание. Внизу раз, два пропускаем, в третью воздушную петлю вяжем узор, столбик без накида. Во вторую петлю полустолбик, в третью петлю столбик с одним накидом и в четвертую петлю столбик с двумя накидами. Вот такой у нас лепесточек получился. Таких лепесточков у нас будет 4 штуки. Вяжем теперь все петли, очень важны, поэтому считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, поворачиваем вязание и присоединяемся в эту же точку, там, где у нас был столбик. Присоединились. 1, 2, 2 воздушные петли. Опять разворачиваем вязание. Внизу пропускаем 2 петельки. Вот 1, 2. В третью вяжем столбик без накида. В четвертую столбик, вернее полустолбик. В пятую столбик с одним накидом, в шестую столбик с двумя накидами. У нас было 7 петель, помните, да? И вот одна петля у нас остается. Вот она. Точно так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворачиваем вязание, присоединяем. Две воздушные петли. В
повернули вязание, внизу пропускаем 2 петельки в третью, столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом и столбик с 2 накидами. Одна воздушная петелька должна остаться. Это у нас с вами 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Развернулись, присоединились, провязали 2 воздушные петельки, развернулись, 2 внизу пропустили петли и вяжем наш узорчик. На самом деле не сложно. Пробуйте обязательно, не бойтесь. Столбик с одним накидом и столбик с 2 накидами. Теперь наша задача присоединить наш цветочек в самое начало. Воздушную петельку делаем. Вот мы с вами провязали воздушную петлю. Присоединяем. Вот у нас 1, 2, 3, 4 арочки. Присоединили и провязали 3 арочки. Так. Присоединили за арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 арочки. И теперь наша задача — с этого места вяжем 1 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Находим вот наш центральный столбик. У нас, помните, был полустолбик. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И на вот этой воздушной цепочке из 7 петель первые две воздушные петли пропускаем, в третью вяжем наш узорчик. Красивый, необычный, непонятный, но мы-то с вами уже его разобрали. Для нас это несложно. Вяжем 4 лепесточка, как мы с вами уже знаем, умеем. Провязали 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем вязание, присоединяем в столбик 2 воздушные петельки и довязываем еще 3 лепесточка. И у нас получится вот такой, смотрите, очень симпатичный узорчик. А в следующем ряду мы с вами будем вот между узорчиками вязать такие же лепесточки. Довязываем наши лепесточки, смотрим, что получается. Провязали 4 лепесточка, воздушную петлю сделали, и теперь нам нужно присоединиться, вот наше вязание, вот наши воздушные петельки, столбик без накида, присоединяем и вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 5, это уже как бы узорчик идет. Я покажу, что я сделала. Я присоединила 3 воздушные петли подъема и 5 воздушных петель. Это уже узорчик. 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель. То есть мы повторяем 1, 2, 3, 4. Точно так же, как вот здесь мы с вами вязали. Вот. А потом 2 арочки. Точно так же, как вот здесь у нас. То есть один ряд у нас будет воздушные арочки, а второй ряд у нас будет вот такой симпатичный узорчик. Вот все. Раппорт всего-навсего. 2 ряда. Вот. То есть вот между лепесточками мы с вами вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Между столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали между цветочком и вот воздушная арочка вот за этот момент. 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь задача в этом узоре, в этом ряду мы вяжем просто воздушные арочки. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных петель. Соединяю вот таким вот образом. Узорчик симпатичный. Последние 5 воздушных петель мы закрепляем вот там, где у нас последний лепесточек наш, вот сюда. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и за первую же арочку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, еще за арочку. 1, 2, 4, 5 за арочку, 2, 3, 4, 5. И давайте посмотрим, что нам схема предлагает. Мы с вами присоединились, 3 воздушные петли подъема связали, 1, 2, 3 арочки, и мы начинаем наш узор. Вот, это я присоединилась. 1, 2, 3. И начинаем узор. Узор помним, да? Узор помним. 7 воздушных петель за центральный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За центральный столбик 2 воздушные петли. 1, 2. И здесь опять разворачиваемся. 2 воздушные петельки пропустили и начинаем вязать узор по центру. 4 лепесточка. Как их вязать, мы с вами помним. Столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом и столбик с двумя накидами. И одна воздушная петелька у нас должна с вами остаться. 7 воздушных петель. Вот наш узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Развернули вязание, присоединились в ту же точку. Вот. То есть в шахматном порядке мы связали цветочек с одной стороны и в конце. Теперь будем в центре. Потом опять будем менять местами. 2 воздушные петли провязали. Развернули вязание, 2 петельки пропустили и опять. Вот, в принципе, и все. Узорчик достаточно симпатичный, нестандартный, интересный, а вяжется несложно. Всего-навсего 2 раппорта узора, вот что у меня получается. Провязала 4 лепесточка, теперь мы с вами что делаем? За ближайшую арочку, вот где у нас цветочек, вот за нее столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем наши воздушные арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Которые у нас прям по ходу вязания есть. Мы их довязываем. У нас их должно получиться 3. 1, 2, 3, 4, 5 довязали. Теперь у нас узор вот такого плана. Присоединили нашу последнюю арочку. Вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И за эту же арочку вот, присоединили. Вот. Вот как в самом начале. Вот такая у нас петелька была, и вот здесь петелька. Теперь наша задача провязать наш первый ряд. Вот у нас, смотрите, мы сюда перешли 3 воздушные петли. Теперь нужно 5 петель по центру и 5 петель. Все. Потом обвязывать 1, 2, 3, 4 воздушные арочки и опять 2 арочки. То есть один ряд у нас, помните, всегда идут воздушные петли. И воздушные петли вяжутся по цепочкам, то есть сложно перепутать.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы вяжем всегда за центр арочки, которая у нас в нижнем ряду была, которую мы провязали. 1, 3, 4, 5. А там, где у нас цветочек, мы вяжем всегда за вот воздушную петельку, которая у нас была. Вот. Первый лепесток мы пропускаем и вяжем между первым и вторым. 1, 2, 4, 5. Такой рядок несложный. А потом мы начинаем вязание. Вот у нас две центральные арочки, и мы начинаем вязание вот ровно вот в этот столбик, вот этот узор. То есть то, что мы с вами и вязали. Узор достаточно симпатичный, да? Согласитесь. Хочу еще провязать пару рядочков, показать, как это получается. Если вы хотите попробовать и решились, уже все. Можно начинать вязать по моему видео мастер-классу. Весь основной узор связанный. Попробую. Еще такой нюанс, да? Провязали цветочек, куда присоединяемся, вот в ближайшую арочку, в нее не пропускаем. Все арочки у нас все рабочие. Вот, провязываем над цветочком. Раз, два, три воздушные арочки. И теперь вот воздушная петля. И мы начинаем вязать в центр. Вот там, где у нас цветочек, прям под центром, под ним, начинаем вязать опять наш цветочек. 7 воздушных петель. Угу. 7 воздушных петель провязали. Вот наш столбик без накида. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Пропускаем 2 петельки и вяжем цветочек. Вот таким образом соединяем. Это нужно обязательно сохранять. Цветочек вяжется всегда по центру. Петелька наша. Вот 3 воздушные петли подъема. И 2 воздушные арочки. Ровно по центру вяжем цветочек наш. С одной стороны, с другой. Вот такой интересный узор у меня получился. Надеюсь, вам он тоже понравится. Необычный, интересный и несложно вяжется. У нас есть схема, и это здорово. Предлагаю попробовать освоить новый для нас узорчик. Что и можно связать, пока не знаю. Предлагайте свои варианты. Может действительно что-то родиться интересное, потому что узор стоит, да, того, чтобы его связать. Прилагается схема к этому вязанию. Мне узорчик понравился. Спасибо моим подписчицам, которые постоянно присылают мне интересные узоры. Этот узор у нас разобранный. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!